41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период выявили 6891 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 115631 человек. С выздоровлением выписали 6259 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.